Первый этап. Он всегда самый волнительный. Все 3 дня погодные контрасты навевали интригу, а спортивный азарт нарастал. Именно из-за него сюда съезжаются со всей страны и за границы. Бросить вызов воде и ветру вышли 24 команды. Это более 1000 участников, среди которых сильнейшие яхтсмены страны. Олимпийцы, чемпионы, а также любители и новички. Очень, очень высокий уровень. На самом деле, я впервые рулю на такой сильной регате, поэтому... Это мега круто. Спасибо нашим соперникам, спасибо за такую борьбу, было очень интересно. Первый день соревнований прошел в условиях слабого ветра. По словам участников, предугадать его было сложно. Зато экстремальные погодные условия настали на 2-й гоночный день. Температура упала с 20 до 8 градусов, а дождь и ветер усложнили задачу, заставив продемонстрировать все свои умения. Сильнейшие гонщики, команд много, акватория сложная. И каждая гонка на вес золота. Но в Пестово всегда сложно гоняться и ответственно. Каждая гонка на счету, каждый приход, каждое очко. В любом случае все решалось в последней гонке. Первая тройка билась между собой там. И повезло сильнейшим на этой регате. И правда, именно заключительный гоночный день стал самым интригующим. На акваторию Пестовского водохранилища пришли тепло и устойчивый северо-западный ветер. Добавили, да, интриги. Последний день, то есть все решалось в последней гонке. Давно такого у нас на памяти не было, чтобы такой матч получился. Ну вот, потому что сегодня был худший из наших 3 дней. Но все получилось. 24 гонки за 3 дня. За это время сильные команды проваливались, а новички, наоборот, выбирались в топ. И все же тройка лучших определена. Это команды Хьюбекс-Пирогова, Поветра и Ахмат. Анна Смирнова, 1-й, Мытищинский.